сторон Одесса еще не видала. Старости синагоги вели тете Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев. С одного бока тети Песи находились куриные торговцы, с другого бока – почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, от их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было 100 человек, или 200, или 2000. В эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. 4 человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида закончилась, 4 человека подвели под гроб свои стальные плечи. Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. «Я хочу сказать речь». И он сказал речь. И закончил ее. «Господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса». Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те 4, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. «Король!» – глядя вслед, сказал шепелявый Моисейка. Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первым произнес слово «король». Это был Моисейка.